Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас опять приветствую на канале Процветок. Сегодня я отвечу на ваши вопросы, оставленные на портале процветок.ком и касающиеся некоторых симптомов, которые вас настораживают на рассаде перцев, баклажан и, конечно, томатов. Это такие основные проблемы, которые возникают в процессе выращивания рассады. Здорово, что вы их оставляете, эти фото, на портале процветок.ком. Я постарался их прокомментировать на самом портале, ну а здесь, для того, чтобы вы смогли, так сказать, широкой аудитории посмотреть на эти проблемы и посмотреть, нет ли их у вас, и сделать какие-то корректирующие мероприятия, чтобы получить хорошую рассаду, здесь вам все и расскажу. Далеко тянуть не буду сильно, сразу приступлю к первому из фото. Перец. Такие листья на трех растениях одного из 10 посаженных сортов. Условия выращивания всех сортов одинаковые. Вот судя по симптомам, которые я здесь вижу, а это такие жилки, желтые деформации, пузырчатость листьев, это вирус, вирусное поражение. И исходя из того, что автор пишет, что это только на одном сорте, скорее всего, что заражение произошло на уровне семеноводства, производства семян вот этого сорта у производителя. Скорее всего, я могу сделать предположение, что это вирус мозаики огурца. Мозаика огурца может приноситься, в основном она приносится с каких-то, из тыквы, из кабачка, с огурца может принестись, из томата может принестись, и с диких, дикорастущих сорных растений может принестись. Если вирус огурца, не значит, только огурец болеет, все им болеет. И переносчиками являются чаще всего тли, трипсы и белокрылки, ну вот такие сосущие, колющие насекомые. В большинстве случаев они переносчиками являются, но иногда действительно переносятся и через семена. Поэтому будьте осторожны в отношении ненадежных поставщиков семян. Конечно, на 100% сказать, что это вирус мозаики огурца, я не скажу, потому что иногда нужно сделать специальные анализы, может, тут и не один вирус. Но как бы там ни было, это вирусная инфекция, таких растений лучше избавиться. Следующая серия фотографий. После пикировки рассады томата настоящие листья сохнут, отпадают. В прошлом году было так же, пока не вынесло в парник. Такие симптомы и гибель молодой рассады характерны при недостаточности корневой системы. Корневой системы мало, ей не хватает, чтобы вытянуть как следует эти пикированные растения, нарастить дополнительную корневую массу на заглубленном участке стебля. Поэтому какие-то растения гибнут, а какие-то все-таки очухиваются к тому моменту, когда вы их выносите в парник. Для того, чтобы растения ваши не умирали, обязательно нужно заботиться о достаточном объеме развития корневой системы. Как это делать, мы неоднократно говорили, просто пересмотрите эту информацию, возьмите на заметку. И здесь, конечно, использование таких препаратов, как стимул, гулливер, там другие, которые стимулируют развитие корневой системы, являются очень-очень важными. Следующий вопрос. Томат. Сохнут кончики листьев, начиная с нижних верхних листьев. Сначала нормальные, потом тоже засыхают. Разрезала стебель, ничего не сочится. Срез зеленый. Поставила воду на укоренение. Это здорово. Вы уже действуете точно как самый настоящий фитопатолог. Разрезаете стебель и мне показываете, что там внутри. Но вот это подсыхание тоже характерно для недостаточного функционирования корней, корневой системы. Просто мало корней. Понимаете, не хватает запаса питания, потому что даже вот такой желтоватый цвет, может, подгнили там корни, надо посмотреть. Активные подкормки и применение микробных стимуляторов корней, это стимулы, гулливеры, корнеплюс, атлантис, титаниум, флорис, много препаратов, которые стимулируют корневую систему, помогают обязательно справиться с этой проблемой. Рассада должна быть крепкая. Подскажите, пожалуйста, что с рассадой баклажанов? Сначала было все нормально, когда начали появляться третьи-четвертые листья, сразу появились деформированные потом дырочки на листьях, белые пятна высыхания. Ну, больше всего это похоже на наличие трипса. Трипс – это просто бич на самом деле очень многих любителей выращивать рассаду, поэтому трипса не так легко заметить невооруженным глазом. Поэтому погоняйте трипса. Здесь чего-то такого другого существенного я не вижу. После
После пикировки в покупной грунт у рассады молодые макушки стали светло-желтые. Нехватка азота или железа больше, чем не кормила, ничего в грунт не добавляла. Это дефицит железа, типичные симптомы. У меня есть некоторые проблемы с рассадой. Первый год выращивания рассаде 2 месяца под крайним монофосфатом калия. По инструкции 2 раза полив и опрыскивание микроэлементами, буйские, в комплексе буйские, удобрения и так далее. Это проблема комплексная. Во-первых, у вас есть оэдема. Здесь один из комментаторов на портале правильно подметил. У нас много грамотных уже подписчиков, комментаторов, и надо прислушиваться к их мнению. Но здесь самое начало этой самой оэдемы. А вообще здесь комплексная нехватка питания. Азоты, микроэлементы, точно не хватает цинка, меди, железа и магния. Сделайте хорошие подкормки, в том числе внекорневые, и не переливайте. Иногда из... Ну, вы пишете, что с микроэлементами вы дружите, вы делали такие подкормки. Возможно, это просто неусвояемость этих микроэлементов. Очень часто бывает проблема в почве. За что я люблю песок, понимаете? Там ни кислоты лишней нету, ничего лишнего нету. Поэтому продолжайте делать подкормки, и я точно вижу, что здесь нехватка элементов питания. У перца еще только раскрываются семидольные листочки, а уже желтые кончики. Грунт раскисленный, верховой тор двина. Плюс перлит ничем не кормила. В чем может быть причина, как поливать при первых всходах? Опять же, наши эксперты еще до меня здесь правильно ответили. А я могу сказать, что грунт двина очень пышный, да, такой торфяной, прям пышный верховой торф. И из-за этого, из-за длительного нахождения семенной оболочки на вот этих выворачивающихся семидольных листиках, кончики желтенькие, постоят на солнце, поживешь с нами, позеленеешь, как в мультике, да, поживешь с нами, позеленеешь. Вот, так и здесь, и там все направилось, все хорошо. Добрый день, Иван, первый раз выращиваю рассаду, грунт по вашим рекомендациям, подсветка фитолампами, обработала БТБ, эпином, через неделю фитовермом, хилат железа, марганца, просто, ну, замечательно, слушайте, ну, агрономы, просто, слушайте, зарплату можно платить с такими агрономическими знаниями. Но я могу точно сказать, что здесь что-то с почвой. Сделали очень вкусные, замечательные подкормки, но они явно не усваиваются. Здесь, скорее всего, слишком кислый торф, потому что здесь очевидная комплексная нехватка элементов питания. Тоже за что люблю песок. С ними таких траблов не бывает. Поэтому делайте внекорневые подкормки обязательно тоже. И, ну, конечно, грунт уже сейчас не заменишь полностью, но хотя бы внекорневыми подкормками что-то вытяните. Что с рассадой? Условия стандартные, только один сорт себя так ведет. Здесь тоже на этом фото вот это подсыхание кончиков без пожелтения, это нехватка функции корней. Там или гниль, или просто слабое развитие корней. Используйте препараты для стимуляции нарастания корней. Стимул, Гулливер очень для этого хороши. Здравствуйте, вся рассада томатов с деформированными листочками, что это может быть, среди них есть и нормальные, сажала, дав семенам проклюнуться 15 марта, ничем не кормила, боюсь что-либо делать. Вы все сделали правильно, но по моему мнению, здесь проблема с грунтом, он токсичный, возможно слишком кислый, но какая-то токсичность самого грунта. Перец посадила 26 февраля в туфарбикет в рюмочке, через 3 недели стали светлеть листья, пересадила в полулитровые стаканы, грунт, трофогрунт, магазины, вермикулит, перлит, биогумус 10%, прошла неделя. Тор, возможно, был слишком кислый, микроэлементы точно не усваиваются. Здесь нехватка микроэлементная точно. Сделайте комплексную подкормку по листу со всеми микро-макроэлементами. И лучше жидкое купите с микроэлементами, с макро-микроэлементами по инструкции. Не растут баклажаны, не хотят. Посев 12 февраля, двукратная обработка монофосфат калия с интервалом 10-единичной нитромофоской 16-16-16. Молодой листок весь гофрированный, дырявый. Вот там на первом фото такие пузыри, я бы даже сказал, что это вирусная инфекция. Вот такие пузыри характерны для вирусной инфекции. И так бывает, что вирусная инфекция там есть, но активируется она только после пересадки, когда появился какой-то стресс. Вот сама пересадка является стрессом, и после пересадки вирусы эти активируются. Ну, слушайте, все как у людей. Ноги промочил, иммунитет упал, горло заболело. Но может быть и просто стресс. То есть может быть не вирусы, а просто стресс. И вот такая сильная деформация листа связана с сильным стрессом во время пересадки. И мне кажется, что там есть трипсы. И кто-то уже там написал, что да, есть трипсы. Они, кстати, носят вирусы. Трипсы переносят вирусы. Конечно, надо на всякий случай, хоть вы и кормили, все хорошо делали, но надо обязательно погонять трипсы.
Здравствуйте, Иван Анатольевич, что с помидором? Комнатный помидор растет в универсальном грунте, поливала НПК, янтарной кислотой, опрыскали НВ-101, фертика по листу, гулливер, подкармливаем ФК биогумусом, поливаю только водой с добавлением стимула бактогена. Пятна стали появляться с нижних листьев. В итоге кончик верхушка листа засыхает, два листика удалила, другие помидоры в тех же условиях растут нормально. Вы знаете, у вас такая замечательная тоже агрономическая подготовка, люди, это просто восторг на самом деле. Но здесь, к сожалению, большая беда. Больше всего это похоже на альтернариоз томата. Альтернариоз или ранняя пятнистость называется, early blight по-английски. Передается она семенами в том числе и очень трудно излечивается. Я бы срочно удалил эти растения, потому что все растения остальные хорошие, а вот это больное, чтобы эта боль не переносилась на другие растения, я бы просто его удалил по максимуму. И понимаете, вот вообще мало симптомов, связанных именно с инфекционными болезнями на рассаде. Но вот это типичный случай инфекционной болезни, когда вы имеете дело с проявлениями инфекции, подкармливать янтарной кислотой по листу абсолютно не стоит, потому что одновременно вот этими вкусными подкормками вы подкормите и патогена, который разрастется не хуже, чем то, что вы подкармливаете. Поэтому, если вы видите признаки инфекционного заболевания, чаще всего это пятна с желтым ореолом. Вот это чаще всего это будет какое-то инфекционное заболевание. Не делайте ни дрожжевые, ни сывороточные, ни янтарной кислотой, никакие вкусные подкормки не делайте. Здравствуйте, на обратной стороне листа у двух томатов заметила белые пупырышки. Рассаде 25 дней, кормила только курневином, наверное, и гомаиром. Эти две рассадины у меня самые крепкие из всех, спасибо. Это больше всего похоже на ОЭДМУ, это не инфекционное заболевание, не переливайте вашу рассаду, дайте ей подсыхать, пусть корневая хорошо разовьется. Здравствуйте, продолжение вопроса о пупырышках. Вот теперь точно видно, что это абсолютно точно ОЭДМА. Добрый день, сегодня заметила пожелтение листьев на рассаде томатов, пятна. Ранние сорта томатов, посажены 2 марта, грунт покупной, там и так далее, и так далее. Я могу сказать так, что больше всего это похоже на трипса. Ну и конечно, какие-то небольшие недостатки питания здесь тоже есть. Но трипс их мучает. Травите трипса. Добрый вечер, Иван Анатольевич. Такой вопрос, что может быть химический ожог, болезнь или вредитель? Я полагаю, что здесь что-то с корнями. Плохое развитие корней, нехватка питания, листьев, некроз получается в результате. Да, нет питания, получается некроз, отваливаются. А что там в корнях? Может быть гниль, может быть слабое развитие, может быть холодный грунт. Хотя вроде вы так хорошо все пишете, 12-16 градусов, 18-20 днем, ну просто все идеально. Но что-то там завелось, понимаете? Если это один такой томат из 42, ну, боже мой, ну, это просто по статистике, у одного из 42 может быть проблема с корнями. Это, ну, бывает, даже абсолютно не значит, что вы там что-то плохо сделали. Все у вас там прекрасно. Здравствуйте и заранее спасибо. На одном из сортов индетерминантного томата желтеют семидольки. Чем помочь томату? Нужно ли помогать? Или беспокоиться еще рано? Просто кормите, обязательно кормите, обязательно добавляйте препараты для развития корней, которые я уже назвал. Ему просто не хватает питания. Питание из этих семидолек перетекает вверх, просто не хватает питания. Здравствуйте, на рассаде томатов в некоторых сохнут листья и нижние отвалились, кончики и края высыхают до сухариков. Я посмотрел очень много фото, это совершенно замечательно, но я вам точно скажу, что это ОЭДМА. И она же может давать белый налет на жилки. Вот эти пузырики ОЭДМы разрываются, ну, такие, и дают такой белый, как будто бы немножко мучнистый налет на жилках. И также я здесь вижу, что здесь может быть трипс. Его не так просто заметить глаза. Даже если вы рассматриваете, не видите его, он очень шустрый, он тут же прячется, он в землю может прятаться. Поэтому потравите трипса и отрегулируйте поливы. Вопрос не совсем о рассаде, но все же начал выращивать острые перцы на подоконнике. Никакого огороднического опыта нету. Высадил сорт птичий глаз вообще не вовремя, в сентябре. И этот перец на подоконнике пытается зацвести, но сбрасывает бутон. Вообще причин сбрасывания бутонов у перца довольно много. Но то, что я здесь вижу, что все-таки ему не хватает света.
света. Добавьте вашей подсветке 1 час в день. Продлите эту подсветку. И обязательно проверьте наличие паутинного клеща. Там на нижних листьях, на первом фото, и, да и на втором по краю листа, я вижу какие-то подозрительные пятна. Это может быть и не клещ, это может быть еще и подсыхание. Может быть очень сухой воздух, из-за чего тоже могут сбрасываться листья. Сухой воздух тогда опрыскайте. Клещ, кстати, тоже очень не любит опрыскивание и влажного воздуха. И проверьте, в порядке ли корни. Я не вижу корней. Банка прозрачная, так можно было бы видеть корни. Но если в этой фазе развития перчик и у него корни не проросли, ну и опять же не знаю, когда вы пересаживали. Но мне кажется, что еще там слабоватые корни. Поэтому делайте обязательно проливы препаратами, которые улучшают рост корней. Ну, даже просто триптофаном по нашим рекомендациям. В аптеке купите триптофан, там делайте растворы, капсулу на литр и проливайте. Уже будет хорошо. Что ж, на сегодня все. На этот раз все. Я рад нашим встречам. Я прощаюсь с вами. Надеюсь, ненадолго еще увидимся. До встречи!